Как проверяют тех, кому платят соцвыплаты и переселенцев в том числе, сегодня обсуждали на парламентском комитете по вопросам соцполитики. По словам его руководителя Сергея Каплина, четверть суммы, выделенной на ревизии, буквально утекают в песок. Списываются огромные деньги, а сама верификация результатов не дает. Кроме того, на заседании подняли вопрос перерасчета пенсий для военных пенсионеров. 25 апреля они опять намерены пикетировать Кабмин. Одобрили в комитете также проект закона по возвращению обесцененных советских вкладов Сбербанка. Автор Сергей Каплин говорит, что документ не предусматривает выплату наличными. Возвращать деньги будут иным путем, причем не только самим вкладчикам, но также их родственникам. Я розробив законопроект, який надає можливість всім тим, перед ким є борг у держави по вкладам в Ощадбанк, сплачувати через нові інструменти, цінні папери, за лікування своєї, своїх близьких рідних, навчання, енергозбереження, купівлю котлів. Ми не повинні забувати про цей борг, і цей борг повинні обов'язково повернути.